Ну, для нас сейчас каждый матч это как кубковый. У нас ребята об этом говорили. Кубковые матчи надо выигрывать. Там нет ничейных результатов, поэтому мы не должны думать ничьи. Потому что каждая игра, сегодня три матча осталось, сейчас два уже. Это для нас кубковый матч, как последний, решающий. Поэтому мы, конечно, настраиваем их на тяжелый матч, чтобы не было ни фазы, ни расслабленности, чтобы концентрацию держали. Ну, в целом, ребята выполнили все, что требовалось. И темпы выдержали, и в атаку выходили большими силами. Оборонялись достаточно, с желанием. То есть возвращались обратно за линию мяча. Все много работали. Победу, и я думаю, Сосуз победили. Сегодня стратегия турнира таблицы такая, что мы больше смотрим на результат, хотя перед игрой говорили, что болельщики, помимо движения, нужно еще продать хороший и зрелищный футбол. Я думаю, сегодня фрагменты это удавалось. И спасибо болельщикам, которые хорошо поддерживали. Поэтому я думаю, что на позитиве сегодняшний вечер закончился. На вопрос по поводу игры Анвара Газимагомедова. Все-таки вы считаете, что он заслуживает выходить в стартовом составе, когда он допускает ошибки даже на ровном месте? И нету ли ему замены у вас в команде? Во-первых, Анвар, как и все футболисты, допускает ошибки. Главное, что у него поле было ровное. То есть на ровном месте все допускают ошибки, в том числе и он. Но он компенсирован большим уровнем самоотдачи и работоспособности. Объем огромнейшей работы. И в том числе все лучше качество игры. И в контроле мяча, и в организации, и в агрессии, в атаке. Поэтому мы довольны. У нас сегодня не было Мутари условно. Пока не готов до конца Сардеров. Вот, Анвар вписывается в игру, и я им доволен. Но ошибается всем, что он парень еще. Это футбол. У Боли и Максимова личный спор, что ли, на самый красивый гол? Я об этом не думал, если честно. Дай бог, чтобы почаще забивать такие голы. Первый тайм исполнения Анжи, по-моему, в ФНЛ мы такого тайма не видели. Как вы считаете, соперник позволял так играть или команда до такой степени разогналась? Ну, во-первых, запредельный был настрой ребят на победу. Мы знаем, что Томск выиграл, до матча уже нас переживал. Знаете, адреналин есть, борьба за первое место, это все-таки вершина. И поэтому всегда огромное желание было, и настрой сумасшедший. Хороший позитив – это выезд. 6 очков после Сибири, такого ляпсуса, мы сумели собраться, да, выйти 6 очков. Это дало нам толчок, направление на то, что они на самом деле сильные. Поэтому я думаю, что психологически готовы сегодня показать хорошую игру. Тем более мы их призывали, помимо результата, повторюсь снова, показать еще красивый футбол, такой еще футбол, агрессивный футбол. Но что-то получилось, повторюсь снова. Хотя работы еще много очень. Как «Волга», на ваш взгляд, особенно в первом тайме? Ну, «Волга», как многие команды ФНЛ, играют низкую оборону и пытаются поймать нас на контратаке. Одна атака, кстати, у них получилась, когда выскочил Козлов. Опасные соперники, которые поравняются большими силами, ищут шанс. И надо забить голы, конечно. То есть она команда предсказуемая, бьется сзади, отбивается, ищет шанс в контратаках. Молодые ребята, кстати, команда достаточно перспективная, много молодежи. Как и у нас не играли ведущие футболисты, у них не играл Саркисов, Леандр, у нас много кого не играет. У нас Мутари, Комков, у нас Митришев, Расим, Эвертон. Ну, я думаю, что команда с будущим, учитывая, что много молодежи.